кабинете министров Мордовии очередные изменения. Заместителем председателя правительства стал Виктор Чендяскин. Он же теперь полномочный представитель республики при президенте России. Кандидатура Виктора Чендяскина согласована на сессии Государственного собрания. Подробнее об этом Евгений Волков. Эту кандидатуру предложил глава Мордовии Владимир Волков. Для депутатов Государственного собрания Виктор Чендяскин – человек знакомый. Свою карьеру он начинал по комсомольской линии в Чамзинском районе. Затем судьба его занесла в Монголию. А после он работал полномочным представителем Мордовии при президенте России. Народные избранники единогласно проголосовали за Виктора Чендяскина. И в структуре кабинета министров теперь появился еще один заместитель председателя правительства. Далее сессия госсобрания пошла по накатанной колее. Депутаты вносили очередные изменения в региональный бюджет на этот год. Из федеральной казны перечислено республике 1 миллиард 668 миллионов рублей. Из названной суммы 651 миллион рублей предназначается для проведения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Еще 323 миллиона рублей на обеспечение жильем молодых семей, а также граждан, проживающих в сельской местности. Почти 374 миллиона рублей будут направлены на поддержку агропромышленного комплекса, в том числе на компенсацию процентной ставки по взятым аграриями кредитам. В итоге доходная часть бюджета Мордовии в 2016 году составит чуть более 34 миллиардов рублей, а расходная – 36,5. Собственные дополнительные средства от увеличившихся акцизов на ГСМ – 355 миллионов рублей – пойдут на ремонт дорог в республике. Евгений Волков, Павел Толобаев. Наши новости.